Когда произносится слово «беседка», на ум приходит изящное полезное строение, которое возвышается над ровным зеленым газоном. Современные беседки могут быть закрытыми, открытыми, примыкать к бассейну, патио или стоять отдельно в саду. Среди самых популярных беседок в последнее время открытые. Не стоит, наверное, лишний раз повторять, что беседка в саду или на участке способна сделать отдых на свежем воздухе более удобным, и она должна гармонично вписываться в общий дизайн садового участка. В своем фильме я поделюсь с вами разными видами беседок. Сегодня беседка в интерьере загородного участка не просто роскошь, а место для отдыха, уединения, размышлений. И в фильме я представлю фото, которые взяты из интернета, и адреса сайта вы сможете найти под моим фильмом. Фильм показывает разнообразие беседок. Они могут быть деревянными, коваными, металлическими, украшенными резьбой, живыми растениями, тканями. Независимо от того, какой материал вы выберете для строительства, но всегда можно реализовать в саду самые смелые фантазии. Чтобы беседка соответствовала проекту и получилась долговечной и надежной, необходимо соблюдать несколько правил планирования, дизайна и внешнего вида беседки. И только после этого подбираются строительные материалы, инструмент, составляется смета, подбирается декор, конструкция, мебель. Второе, что очень важно, это выбор места расположения. Необходимо продумать, какой будет фундамент, затем каркас и крыша. Для крыши используются легкие материалы, такие как андулин, поликарбонат, металлочерепица. И последнее, что остается, это красиво украсить беседку, в которой будет очень приятно находиться. Я надеюсь, что подборка фотографий вам понравится. Вы сможете сделать выбор того или иного сооружения, но беседка в саду всегда будет нужна в летнее время для хорошей встречи с друзьями. Надеюсь, информация вам пригодится. Если фильм понравился, пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на мои каналы и следите за моими новыми видео. Я старалась сделать подборку очень и очень интересной. С вами была Екатерина Снитко.